первый день лета в Белой Глине торжественно открыли соревнования на Кубок губернатора Кубани по уличному баскетболу. Отборочный муниципальный этап среди дворовых команд прошел на многофункциональной спортивной площадке в районе 5-й школы. За победу боролись 4 команды мальчиков: «Юниретик», «Восход», «Огурцы» и «Спартак». Участники турнира в возрасте 13-14 лет боролись за право пройти в следующий этап Кубка губернатора – зональный. Параллельно с мальчиками состязались две команды девочек – «Безешка» и «Пламя». В результате команда «Безешка» обыграла соперниц. Среди мальчиков победу одержали «Огурцы». Участники турнира награждены медалями, памятными подарками и сладким угощением. Финалисты, кроме этих призов, получили билеты в аквапарк «Оазис». Следующая игра турнира пройдет 8 июня. В муниципальном этапе встретятся команды возрастной категории 2009-2010 годов рождения. 15 июня будут состязаться подростки 2005-2006 годов рождения. На зональный этап соревнований победители отправятся 20 июля.